Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family. Посмотрим Dark U. Это вроде как игра головоломка. Давайте нажмем новая игра. Какой прогресс-то, если я даже в игру не заходила? Тут вроде как нужно менять мир. Так, ой, какой страшный мальчик. Ага, можем бегать. Так, тут что у нас? А, какую кнопку надо? А. Взаимодействие на Е. Воу! Нифига себе. Это что за психоделика началась? Я в другие нет. Я только влево и вправо могу ходить. Оу! Но пробел надо менять. Ага. Прикольно. То есть для того, чтобы нам куда-то нужно, ну, дальше куда-то пройти, нужно взаимодействовать. Так вот, менять наш мир, переворачивать его. Я так понимаю, что это все происходит во сне. Так, шестеренка. Ага. Господи, какая громкая игра. Так, куда-то эти шестеренки нужно ставить. Давайте, наверное, найдем еще. Так, только секундочку. Блин, что-то громкость вообще прям. Слишком громкая громкость. Подбавил, как будто ничего не изменилось. Так, еще шестеренку берем. Так, подождите. А, все отлично. Всегда нам нужно поставить шестеренку, да? А, какие-то ключи. А, блин. Все, поняла. Да, такие своего рода пятнашки. Вообще не люблю их, если честно. Ну-ка. Мне кажется, это надо как-то вот так сделать. Угу. Так. И все. И... Ай, держи. Так, что это? Эмблема ключа. Хорошо. Забираем шестереночку. Идем дальше. Так, а теперь погодите. Чтобы нам пройти дальше, нам нужно сюда опять поставить шестеренку, так? Потому что без нее мы не сможем никуда пройти. А, ну-ка, ну-ка. Так. Ага. Все, забрали шестеренку. Отлично. Очень интересная игра. Так, здесь нам нужно поставить две шестереночки, чтобы нам открылась дверь. Так, подождите. Надо все обследовать. Здесь нам нужно эмблему ключа поставить. А здесь что у нас? Угу. Так, закрыли дверь. Нам вот это надо?
Стоп, а что нам нужно делать? Стоп, что-то не поняла. Так, нет, по... Погодьте, погодьте. А, ну-ка. Все, нам нужно так перейти. А! Стоп. Так, ну нажали мы, дверь-то не откроется. А, фотк, нет. Это уже у нас первая загадка. Так, вот, например, если мы сейчас так делаем. Ага. Открылось. Тут мы берем шестеренку. Ой! Это все нахрен сломалось. О! Вы кто такие? Ёшки! Ух ты. В смысле? А тут еще и уворачиваться нужно, что ли? Ни хрена себе. Блин. Понятно, тут нужно успеть пройти. А, можно пробегать. Угу, поняла. Да, да как? Опять заново. Быстрее беги! Да ну не, да вы серьезно? То есть тут надо очень тихо, что ли, проходить? Так я не успею так. Бери шестеренку. Блин, бери быстрей. Беги. Все, я поняла. Угу.
Все, успеем пройти. Да нету! Это капец, это что такое? Сейчас они почти одновременно это делают. Потом у них меняется эта система. Система включения. Подожди, сейчас тут надо успеть пройти. Да не... Вот надо где-то эту грань найти. Вот где-то тут вот можно, вот где-то вот здесь можно встать. Блин. Офигеть. То есть там просто прям нужно находить какое-то место, чтобы нам пройти. Это пипец какой-то. Это еще что такое? Я в шоке. Я думаю, это обычная игра с головоломками. Но нет, тут тебя еще и мочкануть могут. Пипец просто. Ну, быстрее беги. Одуреть. Игра сохранена. Ага, спасибо. Так, получается, мы вернулись домой. То есть для того, чтобы нам вернуться из сна, нам нужно что-то сделать. Ну, нас там могут убить. Так, какая-то непонятно, как будто метро. Воу! Ну да, это реально метро. Нифига себе! Так. Вот это да. Ага. Шва-ручку. А нет, маленький ключ. Еще раз крутануть. Нет, нет. У нас тут метро не собьет. Случаем. Старые наручные часы. Ага, отлично. Сейчас.
Не, а мы не можем, да, никуда пройти? Тут для чего мы это меняем? Маленький ключ. Нет. Ой. Может быть, тут что-то... Да, блин, может быть, тут что-то можно сделать? Что это? Блин, такое вообще? Нет, мы не можем обратно вернуться. Все, нас не пускают тогда. Блин, на хоррор? Как бы я не подписывалась, ну. Все, тут я ничего не могу сделать. Нифига себе головоломка. Тут мы-то подобрали часы, тут я тоже ничего не могу сделать. Да, как-то я тоже не могу попасть. А, ну все, я что-то туплю сейчас. Я затупила, мы же можем менять. И тут можем крутить. Так. Ага, вот и ключик. Коробок спичек. Ух, конечно, игра такая страшненькая. Так, это мы открыли мост. Давайте еще одну комнату посмотрим. Ага, тут я больше никуда пройти не могу. Все так. Так, ну-ка. Спичками поджечь можно. А здесь куда мы идем? Никуда. Мне уже страшно. О! Твою дивизию, да? Ох, нифига себе он. Буковку. Все, и теперь мы можем там остановить. Отлично. А, нифига себе. Как мы прошли. Глава 3 разблокирована. Интересная игра. Блин, ну она... Она прям очень пугает на самом деле. Ой, давайте на этом закончим. Не знаю, если вам понравится, то думаю, можно будет ее пройти. Посмотрим. Все будет зависеть от вас. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик, подписывайтесь на наши группы. Все ссылочки есть в описании. На этом все. С вами была Катя, канал JJ Family. Увидимся в других играх. Всем пока-пока.